Что, привез? Толя привез целик. Ой, подсыпать нам на грядке. А ты далеко ездил? Далеко ездил? Сегодня будем свеклу сажать на вторую вон ту грядку. Длинную. И для этой грядки привезли землю. Утро наступило. Посмотрите, все идут. Шею вытянули, ага, доказывают что-то друг другу. Вот. Линдочка идет. Беленькие. А те холмогорики. Со своими подружками. Деловые такие. Траве не дадут вырасти. Торец огорода ходят мало туда. Там он трава, но там она не такая вкусная, как бы им нравилась. А, вот они, деловые мои, деловые. Агошку мы за дом сегодня отправим, потому что уже мне надоело двор подметать за ним. Вот здесь только мету и мету, еще бы кур не выпускать. Вообще хорошо было бы. Ну, а сюда маленьких, конечно, цыпляток. На солнышко. Будем выпускать. Наконец-то хоть немножко стали летать. Пешком ходят там по озеру, поэтому
В этом году привезли чистую землю, целик, и решили засыпать грядки этой землей. Посмотрим, что будет. Вот так. И что прибежал тут маленьким. Ой, ты маленький мой. А как тебя поймать?
А ну давай, 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 давай. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Курица пришла тут чужая. Пошли, пошли.